Меня зовут Канаплийский Павел. Сейчас тоже занимаюсь фрилансом, но два больших проекта, веб-сервисы. Ну, кроме того, есть небольшие интерфейсы между этими проектами, которые вкладываются. Ну, в том числе и мобильные, конкретно на этой неделе, так что два iPhone. Вот. А какой бэкграунд? Ну, различный. Давно начал в компании, в которой занимался шумными разработками. Там был больше кодинг, технолог, так называется. Вот. Потом перешел на интерфейс и занимался интерфейсом. У меня это было в Минске, переехал в Москву, был есть лаб как проектировщик и его дизайн как специалист по развитию бизнеса. Ну, вот так. А вы завидела проектировщика, а потом да. Я дизайнер развивал бизнес? Да. Ну, потому что были идеи. Ну и ресурс. И ресурс, кстати, из AbilityBuy тоже вот удалось завести. Ты напишешь про нас? Думаю, что ты не будешь.